Здорово, дегенераты! Ну и те, кто пердит бабочками, тоже здорово! Я Панч, и это Панч Ньюс! Очередной обзор самых странных новостей за неделю! Никого не хочу обидеть, но... Сам ты, блядь, собака, а я медведь, понял? Короче, смотри Панч Ньюс! Читай, развивайся, думай, все подвергай сомнению! Не ведись на хуйню и не будь как Юра Дудь! А то будешь, блядь, как Юра Дудь! Все, погнали! Панч Ньюс! Роскомнадзор пообещал заблокировать Твиттер через месяц! В целом поебать! Нахуя в России нужна соцсеть, в которой Долгополов что-то из себя представляет? Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна. Ты же не думаешь, что тебя туда взяли за то, что ты дохуя умный? Наверное, потому что я просто делаю хуйню, с которой сам охуеваю. Прикинь, насколько ты тупой ёбок, что его взяли на работу, а тебя нет. Я надеюсь, эту новость услышит ЛДЖ. В Питере парень прыгнул с высоты 27 метров, зацепившись крюками исключительно за задницу. Закончилось все не очень хорошо. Опездал жив. Жопа на месте, а ведь мог бы и сдохнуть, занимаясь любимым делом. Как Бен Ладен. Финские ученые создали еду из воздуха, которая по вкусу не уступает настоящей. А не хотели бы финские ученые сходить нахуй? Сходить нахуй! Сходить нахуй! Ха-ха-ха-ха! Со своим открытием! Они, блядь, вообще в курсе про наши школьные столовые! Тайка нашла на пляже китовую отрыжку на 200 тысяч баксов! Короче, кто не знал, китовая отрыжка — это такая стрёмная хуйня на пляже! Ну, как трёшка в Туапсе, только дороже! Герман Стерлигов предложил клеймить женщин с низким социальным статусом. Прикол! Бумер изобрел галочку в Инстаграм. Слышь, у тебя булка хлеба стоит 1,5 косаря. Схуя ли ее вообще покупают? Большинство людей — это дебилы. В США церковный казначей украл 150 тысяч долларов и спустил их на порнографию. Если бы приставал к мальчику из хора, слова бы никто не сказал. А так кринж, конечно, опозорил имидж церкви. Анна Семенович заморозила яйцеклетки. А нехуй было зимой в одних колготках ходить. Это ж про цистит новость. Какая певица, такие шутки, отъебись! Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали на Рублевке. Она закладывала героин. Ну все, пизда российскому спорту. Какая Олимпиада? Они даже от ментов съебать не могут. В Бразилии футбольный арбитр справил нужду прямо на поле перед матчем. Предлагаю вести такую традицию в российской премьер-лиге перед каждым матчем. Играть лучше не станут, но так хотя бы можно будет официально их обоссать. По всей России в разных городах чучело масленицы сжигали огнеметом. Я не понимаю, как россияне могут жаловаться на зарплату, если почти в каждой семье есть, блядь, огнемет! Это были все панч-ньюс на сегодня. Никого не хотел обидеть, но вы сами подставились. Если кому-то показалось мало, я, блядь, плюшевый медведь, а не машина юмора. Отъебитесь! Смотри панч-ньюс, ставь лайки, пиши комменты, показывай друзьям. Можешь даже колокольчик въебать, чтоб не пропустить. Мне лично похуй, но мой СММщик сказал, что это надо говорить. И напоследок, проверяй всю информацию, чтоб не стать пиздоболом, а то будешь, блядь, как Артемий Лебедев. Все, пока, пиздуй дальше деградировать на Ютубе, пока его не закрыли к хуям.